Жан, почему пацаны называют меня под каблуком? Я же у тебя дерзкий. Да они тебе завидуют просто, не слушай их. У них же девушек нету. Да. Чё стоишь, дверь открывай мне? Да-да-да. Девушка, здесь, наверное, проходил великан с мешком красавиц и уронил самую красивую. Могу ли я с вами познакомиться поближе? Девушка, могу ли я прокатить вас на своей Камри? Знаешь что? Мне все надоело. Ты вечно винишь меня. Я уже устала от всего этого. Я так люблю тебя. Знаешь, я всегда искал девушку, которая будет знать, сколько ложек сахара положить в мой чай. Ты меня достала. Ты во всем обвиняешь меня. Мы с тобой вообще несовместимы. Я так тебя люблю. Мы просто с тобой идеальная пара. Вот Дина, это твоя мама идет. А вон твоя мама идет. Это твой брат? А вон твои друзья идут. Иди свою сумку сама. Алло, да, мам? Мадина, а ты мясо вытащила? Да, вытащила, давно уже. А посуду ты помыла? Да, помыла. А ты пропылесосила? Конечно. И пыль вытерла? Мам, я все это еще с утра сделала. Какая вкусная пицца. Может, будешь? Нет, она же вредная. Вот бы и мне кусочек. Может, все-таки будешь? Нет, я же тебе сказала, что я не буду ее. Еще так аппетитно кушает. Но я не хотела, это все на твоей совести. Что там идет? Да не знаю, пока ничего интересного. Ты серьезно? Собери их и кинь на стирку, вечно под ногами валяются. Мы же только позавтракали, откуда столько посуды? Представляешь, мне он смс-ки без смайликов пишет. Мне кажется, он ко мне охладел. Ты же не знаешь, что делать. Ну дай мне совет. Ну посмотри, мне нечего надеть. Мне кажется, это кое-что значит. Это ничего не значит. Как не значит? Идем за новой одеждой мне. Пошли.
ты видел, она вчера пришла в таком же платье, что и я. Она что, следит за мной? Каждый раз повторяет все мои луки. Улыбнись. Сейчас новый пост закину. Любовь. Я, короче, новую диету нашла. Там, конечно, ничего почти нельзя кушать, но она такая действенная. Я тебе тоже советую. Садись, садись на нее. Капец, сладкого захотелось. Жень, я же не поправилась? Жан, я так долго на шопинге не была. Дай карточку. Спасибо. Интересно, что он мне подарит? Надеюсь, он не думает, что отделается одним букетом цветов. Вау, Жан! Не надо было. Можно было просто букет цветов подарить. Угу. Ладно, уговорил. Мне вот это, и это, и вот это. Берем все. Девочки, мы гуляем с своим парнем и решили рвануть, например, в Египет. Посоветуйте, пожалуйста, в комментариях крутые отели, что можно там посмотреть. Все? Да. Кайдалы Египет, скажи мне. Ну какой Египет? На Балхаш поедем. Ну мы там каждое лето бываем. Тогда надо Копчегай. Я уже сказала своим подписчикам, что мы в Египет поедем. Так геолокацию просто залепишь в Египет и все. О, братишка, иди сюда. Братишка, скажи мне, почему у меня нет парня, а? Ну они просто не понимают. Слепые какие-то, глупые пацаны сейчас пошли. Не замечают. Ну ты же замечаешь.